В отношении гражданки Великобритании впервые вынесен судебный приговор за связь с группировкой «Исламское государство». 26-летняя Тарина Шакил приговорена к 6 годам лишения свободы за принадлежность террористической организации, пропаганду терроризма. В поле зрения британских властей Шакил попала в октябре 2014 года после поездки в Сирию, куда она взяла с собой своего 14-месячного сына. Будучи в Сирии, британка выкладывала в социальные сети пропагандистские фото и видео. Например, снимала своего сына с символикой Исламского государства и автоматом Калашникова в руках. На суде девушка утверждала, что, находясь среди исламистов, быстро осознала свою ошибку и, разочаровавшись в радикальных методах борьбы, решила вернуться в Великобританию.